Сегодня 29 сентября. Здесь у нас озимы с различными сроками сева. Это, к примеру, мы уже сеяли 25 сентября. Этот участок у нас был посеян 15-го. То есть у нас разрыв где-то 10 дней. Такие вот всходы. Достаточно слабые, но тут проблема в чем? Тут у нас не было осадков. Тем более, это еще и пар. На непаровых предшественниках ситуация хуже. То есть вот так вот. Ну, естественно же, 5 сентября вот так вот выглядит озимы. Отлично выглядит. Просто-напросто. А здесь норма где-то 4 миллиона. Такая вот картина.